Учение спецназа. Условный отряд боевиков уничтожен спецназом Южного военного округа. Таковы итоги учения в рамках антитеррористической деятельности. Условные диверсанты были обнаружены вблизи стратегического объекта. С помощью беспилотника «Элерон» вычислен маршрут движения, определен состав и вооружение. На бронеавтомобилях «Тайфун», «У» и «Тигр» разведгруппа прибыла на место. Условных террористов окружили и уничтожили. В спецучении приняли участие около 100 военных и 20 единиц техники.